Я рад вручить эту награду Серебряный Крест за отличную службу сержанту Терренсу Макдугу. Хорошие новости, к службе ты готов. Плохие новости, ты будешь расследовать дело о массовом убийстве. До конца жизни? Удивительно, как много можно сделать, когда есть цель в жизни. Служить. Вот наш подозреваемый. На его счету как минимум 3 убийства. Неприятное зрелище. Тут старательно поработали. Ни отпечатков, ни ДНК, ни орудия убийства. Потеряем свидетеля, и дела не будет. Защищать. Ты в порядке? Спокойно. Мы на юге женщин не бьем. Надо прогуляться. Будешь делать дела как раньше, с полицейской крышей. Мой внук не обязан быть свидетелем. Мне нужно знать, где он. Леди обвиняет тебя в том, что ты перекрыл ей кислород. О, боже. Думаю, у нее просто начался маразм. Где он, мать твою? Какого черта эта игуана делает на кофейном столике? Это не игуана. Выживать. Я офицер полиции при исполнении, расследую дело об убийстве. А ну живо сюда! Что доктор прописал? Ты готов? О, да. Хочешь бунуть? Давай. Это ковбойство больше не прокатит. А ну валя отсюда! Николас Кейдж. Мужик без пушки не мужик. Хочешь, чтобы я расслабился, да? Ева Мендес. Это все из-за тебя. Еще раз тебя увижу, богом клянусь, сердце вырежу. Вэл Килмер. Он делает, что хочет, он вообще без тормозов. Вот это мы летели. Да. Это моя счастливая трубка. Ну ты псих. Элвин Джойнер. А у тебя нет счастливой трубки? В фильме Вернера Герцога «Стреляй, давай! Его дух еще танцует!» «Плохой лейтенант».